Администрация Химок во главе с Дмитрием Волошиным на неделю перебралась в микрорайон Сходня. В первый же день состоялся прием граждан. В основном вопросы жителей касались благоустройства территории. Елена Денишкина на встрече озвучила несколько вопросов. Особенно женщину интересовало обустройство грунтовой дороги в Морщихино. Поставьте ее строительство нового дорожного полотна. На следующий год, ну естественно, сейчас, пожалуйста, залатайте ее, отсыпьте. Это в части там где-то необходимо. А следующий год с Минтрансом берите деньги и стройте новую дорогу. Вера Бржевская пришла с просьбой открыть библиотеку. Как отметил Дмитрий Волошин, строительство здания ведут уже в следующем году, объект будет сдан. А Эльмира Туишева пожаловалась на транспортное сообщение с Химками. В особенности беспокоил маршрут 873. Особенно в пиковое время, утром, вечером, она идет битком, просто невозможно. Уже два раза по телевизору показывали, были аварии. Серьезные аварии с этой маршруткой. Мы очень просим рассмотреть вопросы и посодействовать там через Минтранс, значит, чтобы пустили автобус хотя бы по расписанию. Выслушав заявительницу, Дмитрий Волошин поручил ответственным лицам проработать проблему и доложить. Здесь же было решено открыть на Сходне филиал МОСОБЛЕРЦ и реконструировать парк имени Величко. А итогом общения с Галиной Студенкиной, жаловавшейся на плохое освещение и необустроенные спортплощадки, стало не только поручение решить вопрос в кратчайшие сроки, но и выезд руководства управления ЖКХ и благоустройства с заявительницей на место.